Сегодня в 8 часов утра, когда многие жители города спешат на работу, на путепроводе по улице Стекловская произошло дорожно-транспортное происшествие. Участниками аварии стали три машины – ВАЗ-2101, «Лада» 6-й модели и Volkswagen. Виновником ДТП стал водитель «Копейки», нарушивший правила дорожного движения. Двигаясь по мосту, он превысил скорость и не сумел вовремя отреагировать на возникшую помеху, в роли которой оказалась «шестерка». В свою очередь ее отбросило, и столкновение с впереди двигающимся Volkswagen было неизбежным. Все машины получили повреждения. По словам сотрудников ГАИ, в ряде случаев причиной ДТП становится человеческий фактор. Усугубляет ситуацию установившаяся жара. И если есть возможность, лучше воздержаться от управления автомобилем в часы пик. А тем, кто вынужден находиться за рулем, быть особенно внимательными. Только соблюдение правил дорожного движения сможет уберечь от нежелательных последствий.